Важно сказать о транспорте. Для междуреченцев обещали организовать автобусы, которые доставят прихожан в службу на праздник Крещения Господня 18 января. Их будет два. В 23 часа они отправятся от железнодорожного вокзала по следующим маршрутам. Проспект Шахтеров, 50 лет Комсомола, церковь 101 квартал и улица Вокзальная, проспект Строителей, церковь. После окончания богослужения, ориентировочно в 3 часа, автобусы доставят прихожан в обратном направлении.